Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет распаковка. Я получила посылочку на тестирование уникальной продукции органической, и здесь в основном все уходовое для тела, и сейчас я вам все расскажу и покажу, и расскажу, почему именно такую продукцию выбрала. Сейчас вскрою коробочку. Сама еще ничего не видела и даже не помню, что заказывала. Помню только название — шоколадное обертывание. Как-то мне Миша дарил такой купончик на поход в спа-салон, и мне там делали шоколадное обертывание. Так мне это запало в душу. Ой, как здесь всего много: бумажки, баночки. Итак, масло для тела клубничное. Ну, пахнет даже через коробочку. Сейчас будем все открывать, и я буду пробовать. Сейчас сначала посмотрим, что я получила. Масло для тела мандариновое. Такие вкусные названия. А сейчас так хочется всего вкусного и классного. Сахарный скраб для тела шоколадный. Вот он пахнет. Я открыла коробку, и прям вот аромат какао идет. А, как хорошо пахнет. Ой, буду вкусная, красивая. Так, здесь что? Масло для волос с аха-кислотами, регенерирующее. Маска. Маска для волос. Ой, попробую. Обожаю маски, обожаю всякие уходовые продукты. Так упаковано, кстати, хорошо, что баночки друг с другом не соприкасались. Еще одна маска для волос, стимулирующая, с экстрактом имбиря и эфирным маслом корицы. Сейчас тоже понюхаю. Ой, как вкусно пахнет. Прям имбирь и корица. Какие классные сочетания. И обертывание для похудения шоколадное с маслом какао-бобов и молотым кофе. Вы, наверное, будете смеяться, зачем мне для похудения обертывание. Ну, на самом деле, меня вот именно подкупило то, что это будет такой шоколадный аромат, то, что это будет стимулировать кровообращение, а у меня есть небольшой целлюлитик, и я хочу от него избавиться к лету раз и навсегда. Итак, коробку убираю, там еще лежит сопроводительная бумага. Всю эту продукцию можно заказать только на сайте Wildberries или еще один есть сайт самой компании. Я укажу ссылки в описании под этим видео. Вы перейдете, посмотрите, там много всего интересного. Но так как я фанат компании Oriflame и люблю ее продукцию, то я выбрала именно то, чего нет в Oriflame, и то, чего мне очень-очень хотелось попробовать. Итак, давайте откроем, и я сделаю некую дегустацию хотя бы на руке, послушаю ощущения кожи и как раскроются ароматы. Ой, какое богатство! 6 красивых баночек. Ну что, рассмотрим сначала то, чего я больше всего ждала. Это обертывание для похудения. Здесь есть состав 350 миллилитров, эко-продукт. Значит, здесь масло какао-бобов и молотом кофе. Так, дальше. Тут написано все, что делает этот продукт. Это я потом все почитаю. И смотрите, что за 10 процедур возможно потерять 1,5-2 килограмма массы тела. Обалдеть. Ну, я не думаю, что я буду очень часто им пользоваться. Кстати, что здесь на обороте? А здесь есть инструкция по применению. Классно. Все, почитаю, изучу, буду балдеть. Ну, давайте посмотрим, как выглядит. Значит, упаковка пластиковая, крышка вот с такой ручкой удобной, чтобы открыть, взять и... А, как пахнет! И нанести на тело. Я возьму небольшое количество и нанесу на руку, чтобы попробовать. Все отлично распределяется. Мягкое, гладкое нанесение такое. Оп. Так, сейчас салфеточку возьму, вытру пальчик.
Прочитаю инструкцию, потом уже буду делать на все тело. Слушайте, ну кайф, конечно. Всегда люблю попробовать что-то новое, интересное. Так, дальше. Что же теперь попробовать? Давайте попробуем масло для тела клубничное. Масло наносится уже после того, как искупались. То есть это уже увлажняющее средство. Кстати, информации на баночке уже меньше. Есть немножко сверху и внизу. Чуть-чуть способ применения. Ну, понятно, что на чистую кожу. Так, очень густое, смотрите, твердое, и оно прям вот масло. Я его беру, и оно начинает таять. Как здесь способ наносить на небольшое количество на чистую сухую кожу массажными движениями до полного впитывания. Сюда на руку попробую. Вот, оно прям маслится, маслится, маслится. Вкусно пахнет. Так, это я взяла клубничку. Приятный аромат, конечно. Ну и оно должно быстренько впитаться. Так, следующее. Хочу попробовать. Ну, я так понимаю, мандариновое масло, оно будет точно такое же, как клубничное. Я не буду пока открывать, потому что нет смысла. Это будет такой же эффект. Вот маслице прозрачное. И оно должно просто увлажнять кожу. Сейчас попробуем скраб для тела. Тоже шоколад я выбрала, скраб шоколадный. Открываем. Даже через крышку вижу, что там есть крупинки такие сахарные. О, прям сахарный рай. Итак, давайте вот здесь попробую. Конечно, надо на мокрую кожу наносить. Я вот на сухую. Крупные частички в виде сахара, то есть я прям вот вижу кристаллы сахара. Но тут и написано сахарный скраб для тела, вполне возможно, что здесь. Ой, как пахнет вкусно. Буду сегодня прям пробовать все на всей коже. Ну вот такой вот скраб. Его нужно нанести на мокрую кожу, помассировать, можно даже в нем немножечко там пару-тройку минуточек постоять, чтобы все это впиталось, и потом смыть водой. А я сотру салфеткой влажненькой. Так, прям сахар. Я думаю, что с водичкой он будет классно так растворяться, и потом будет просто, да, кожа сразу такая мягенькая стала и гладкая. Сейчас попробую, что у меня получилось под обертыванием. Но вот по ощущениям у меня даже какое-то тепло идет под ним. Ну и тут, наверное, так, так, так. Да, то есть после обертывания рекомендуется нанести как раз какое-нибудь приятное увлажнение. Крем или масло, у меня как раз масло идеально подойдет для этих целей. Да, такая кожа прям как будто тепло под ней было. Так, ну вот все перепробовали, осталась у меня маска для волос. Я ее тоже посмотрю, как она выглядит. Кстати, я заметила, что у флакончиков у всех прозрачная основа, а у масок для волос непрозрачная. Давайте пробовать. Все, я вся в скрабе, надо было тазик с водой взять, споласкивать. Так, как выглядит масочка? Вижу сразу беленькая. Я взяла маску стимулирующую для роста волос. Хочу отрастить длинные волосы снова. А, как пахнет, обалдеть, просто обалдеть. Давайте вот здесь я ее нанесу. Ну, понятно, что это нужно делать на волосы, но все равно интересно всегда текстуру посмотреть. Маска густая, очень ароматная и гладкая такая структура у нее приятная. Ну, посмотрим, какой будет эффект, когда я нанесу это все на волосы. Даже начинается какое-то легкое такое, как покалывание, что ли. Интересно. Все, буду пробовать, ребят. Все ссылки и описания будут под видео. Если у вас какие-то вопросы возникнут по продукции, задавайте их прямо в комментариях, потому что я уже в ближайшее время все попробую и смогу ответить на ваши вопросы.
если они у вас возникнут. Ну а если вы уже сами пробовали эту продукцию, тоже напишите свои отзывы, интересно ваше впечатление. Благодарю вас за внимание, желаю всем красоты, позитива и приятного использования продуктов, чтобы было это не только ароматно, но и эффективно. До новых встреч! Если видео полезное, ставьте лайк. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!